К нашему эфиру присоединяется сын экс-президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова, Анзор Масхадов. Анзор, приветствуем вас. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Анзор. Анзор, Кадырова неоднократно критиковали за то, что его родные как раз не воюют в Украине. И тут Кадыров выступил с заявлением, согласно которому трое его несовершеннолетних детей будут отправлены на фронт. Как вы считаете, насколько вероятным является подобное развитие событий? Именно против этих упреков в его адрес он занялся этим пиаром. Ну, он отправит их на войну так же, как отправлялся на нее сам, то есть не отправит их на самом деле. Ну, нас ожидают новые тиктоки, в котором сыновья Кадырова будут разгонять украинскую армию. И потом уже последуют новые приказы о награждении там, медалями, там, орденами. И все это будет проходить в каком-то, скорее всего, съемочном павильоне. Может быть, где-то в Ростове, может, где-то в Беларуси. И я считаю, что это обычные и очередные дешевые выходки Кадырова. Под всеобщую их мобилизацию, то есть могилизацию, Кадыров, ни его родственники, дети туда не будут подписаны. Он будет продолжать использовать других людей, молодежь, будет под давлением их отправлять в Украину, как он это делал и делает сегодня. Сейчас много недовольства по поводу этой мобилизации, потому что людей отправляет, как я сказал, под давлением, и он чувствует это. И вот, будучи мастером в этом деле, в пиаре, в тиктоках, он начал делать вот такое, что вот, мол, моя семья, лично его семья, участвует в этой войне. Почему не будут участвовать в этой войне другие сыновья? Да, были заявления, что они даже перевыполнили вот, количество отправленных. И в народе чувствуется вот этот страх. Люди стараются как-то спрятать своих сыновей, куда-то их отправить. А власти России, конечно же, против этого и делают все, чтобы закрыть границы, выдачи паспортов, там, виз и так далее. То есть границы закрыты. Анзор, а как вы оцениваете последнее очень гневное, я бы так сказал, выступление Кадырова в адрес российской армии? Он ее нещадно критикует. И обратили ли вы внимание, что все эти выпады критики, они происходят синхронно с аналогичными заявлениями Пригожина? О чем вам это говорит? Очередная дурость Кадырова. Он против армии или там против власти России не пойдет. Очередное вот такое высказывание. Он видит лишь себя, не видит других, то есть генералов, как бы. Это вседозволенность Кадырова перед Путиным. Путин ему разрешает это делать. То есть, как вы знаете, их выставляют, кадыровцев выставляют вот такими, что вот они воюют там, что они в первых рядах, то есть все лавры Кадырову. Вот именно вот эта вседозволенность и была причиной тому, что он высказался с таким заявлением.